Дорогие бойцы, у меня для вас есть серьезное обращение, потому что до конца нашего события осталось совсем немножко. Всего 3 дня. Я выражаю вам огромную благодарность от всего сердца, от всего, которого у меня есть, за то, что вы бьетесь и сражаетесь. Это огромная честь сражаться вместе с вами. В каждом бою, за небольшими исключениями, я поражаюсь, насколько прекрасны наши бойцы, насколько они понимают, что делать и как играть в этот режим. Я даже слова вам не скажу, что здесь делать, потому что вы и так играете лучше всех на этой битве блогеров. Но в этом видео я хочу вам рассказать все то, как оно есть сейчас, чтобы вы знали всю правду, как оно сейчас все устроено и к чему все идет. И в конце я вас попрошу об одной очень важной вещи. Значит, вот таким образом сейчас обстоит дела. У нас первое место, мы как с первых секунд его заняли, всей этой битвы блогеров, так его и держим. Но есть одна небольшая загвоздка. Эта загвоздка заключается в том, что мы воюем с вами, ну, за 2 генералов и за вас всех, и против всего нахер мира. Против всего мира мы воюем. Против всех на свете. И как бы ни случилось так, что вся та история, вся та слава и радость победы досталась не нам. Я объясню вам, в чем дело. Наша команда потрясающая, и темпы набора ее очков впечатляют. Это лучшая команда битвы блогеров. Но вот какая есть история. Когда есть включен навык рискованная атака или, допустим, воодушевление, то наш коэффициент выполнения этой атаки или воодушевления x2, потому что мы на первом месте. А команда, идущая за нами, на втором месте, получает коэффициент x3. Дело в том, что мы играем лучше их и во весь остальной день набираем очков больше, и мы умницы. Но именно за эти коэффициенты они подбираются и отжирают по копеечке. Все было бы здорово, если бы не близились выходные и не накапливалась общая усталость. Все мы подутомились, потому что это не один день длится уже, а целую кучу, целую неделю. Сил мало, серебра мало у кого-то. И кажется, что я, наверное, брошу, потому что все плюшки уже получил. Но вот здесь, друзья, я вас прошу, бросать время не пришло. Сейчас надо собраться, как в самый первый день. Когда мы только начинали, когда мы ворвались просто как больные, как мы ворвались в это все, потому что мы пришли забирать эту битву блогеров, мы пришли вершить историю, мы пришли сменить здесь власть, и мы ворвались, и мы сделали все правильно, и мы накопили огромный задел. Но благодаря этим множителям этот задел тает. И вот как это выглядит сейчас. Наша линия розовая, и с каждым днем желтая потихонечку приближается и приближается. Сейчас нам никогда нужно, чтобы вы сегодня, в пятницу, завтра, в субботу и в воскресенье, до самого последнего часа ночи, до самого последнего снаряда и самого последнего серебряного дублона победили любого противника в каждом из боев. Я прошу вас в пятницу, субботу и воскресенье отложить все ваши дела, перенести их на следующую неделю и посвятить полностью все это время этой битве блогеров. Это важно не только для меня, это важно не только для Корбана, это важно для всех нас. Мы бьемся здесь за всех и за каждого в частности. Мы самые лучшие. Так давайте это докажем не только словом, не только комментариями в соцсетях, где вы и так умницы, а и делом. Я всех зову на бой в пятницу, в субботу и воскресенье. Нам нужно феноменально, потрясающе и лучше всех на порядок выполнить и рискованные атаки, и все воодушевления. Каждый день, начиная с 19 МСК и по 22 МСК, я прошу вас играть. Прошу вас играть сильно, прошу вас играть качественно и эффективно. Как вы и делаете это каждый день. Но сейчас пришла пора возвращаться, если вы думали, что ну и так побеждаем, можно уже не играть. Нет, друзья, вот сейчас пришла пора по-настоящему ворваться. По-настоящему показать, кто здесь хозяин, и чья здесь победа, и кто будет записан в историю. Я жду вас. Спасибо. Я буду вместе с вами все эти дни, естественно. До встречи в бою, бойцы. Я верю в вас и обожаю вас. Вы самые лучшие.